Более 400 нарушений за 3 месяца ликвидировали в Подмосковье. Они касались чистоты, порядка, а также условий содержания придорожных территорий. Этой работой занимались сотрудники Госсанэпидтехнадзора в рамках операции «Дорога». Начиная с осени и по 1 декабря включительно, инспекторы территориальных отделов Госсанэпидтехнадзора проверили свыше 800 объектов придорожной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий. По итогам проделанной работы выдано 375 предписаний об устранении замечаний. На сегодняшний день ответственные лица привели в порядок уже 414 объектов, расположенных в полосе отвода автодорог в границах муниципалитетов столичного региона. Кроме того, по указанию инспекторов восстановлено надлежащее состояние свыше 200 объектов дорожного освещения, 55 торговых объектов, 48 дорожных ограждений. Очищено от грязи свыше 100 участков дорожного полотна общей протяженностью около 80 километров. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.